Всем привет! В эфире галерея ярких событий в клубе ТВ. С вами я, Андрей Геннадьевич, и мы сегодня вещаем из Grey Goose Cafe. Сегодня этому, не побоюсь сказать, легендарному заведению 8 лет. Очень большая и серьезная дата. И даже сейчас Grey Goose нас сегодня обязательно удивит. Пойдемте посмотрим. Александрович, сердце Grey Goose Cafe. Максим, мы вас сердечно поздравляем с этим днем рождения. 8 лет – это очень большая и счастливая дата. Скажите, как получается добиваться такого успеха работы заведения? О, это круглосуточная работа над этим прекрасным проектом. Это любовь к своему делу, к персоналу, к, ну, ко всему то, что ты делаешь. На самом деле это дает свои плоды. Все получается, много гостей, много тех, кого я давно не видел, очень рад. Спасибо, что вы пришли, что вы 8 лет, 8 лет, 8 лет. Скажи мне, ты стоял у истоков этого заведения. Как так получилось, что оно стало настолько легендарным? Любить, что делаешь, что вы делаешь, то любишь. Все равно. В нескольких словах. Сегодня день рождения у нашего любимого, самого лучшего ресторана Grey Goose Cafe. Ему 8 лет. Ресторан, который отвечает за качество и держит марку. Уже, между прочим, я повторюсь, что 8 лет. 8 лет. Это самых ярких моментов развития и всего самого наилучшего. Процветание, процветание не останавливается. И чтобы каждый год мы выступали на этой сцене. Be very special. 8 лет. Let's go. 8!